Укус с летальным исходом. В регионе зафиксирован первый в сезоне случай смерти от клещевого энцефалита. Подробности в традиционной рубрике «Короткой строкой». В области зафиксирован первый в сезоне случай смерти от клещевого энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что зараженный клещ напал на пострадавшего на дачном участке. С начала года в регионе число пострадавших от укусов превысило 8500. В 137 случаях клещи оказались зараженными энцефалитом или боррелиозом. В Кирове в следующем году может появиться собственная независимая дорожная лаборатория. Ее специалисты будут проверять качество асфальтового полотна. Учреждение может начать работу на базе одного из кировских вузов. Сейчас сотрудники университета прорабатывают необходимые вопросы, в том числе возможность выезда специалистов на местность. Сообщается, что на покупку необходимого оборудования и получение разрешений уйдет примерно год. Хоккейный клуб «Родина» могут проспонсировать энергетики. На аукционе разыгран лот в 20 миллионов рублей на размещение логотипов организации на форме игроков, а также на стадионе. За это деньги должен получить региональный центр развития хоккея с мячом. Ожидается, что полученные средства будут направлены на погашение долгов по зарплате спортсменам и персоналу клуба, а также на оплату вступительного взноса для участия в чемпионате России среди команд Суперлиги. На вопросы о поступлении в школы Кирова ответят по телефону горячей линии. В пятницу, 28 июля, можно будет получить информацию о зачислении в первый класс и переводе из одной школы в другую. На вопросы кировчан ответят специалисты городского департамента образования. Звонки будут приниматься с 9 часов до 11:30.